Травка зеленеет, солнышко блестит, в такую теплую погоду охота говорить стихами, выражать свои чувства в песнях. Но человеку, который проявляет беспечность, не до песен. Когда у него случается беда, охота плакать. У соседа сгорел дом, и я подумал, почему, из-за чего? Произошел взрыв газа, неисправная электропроводка. Возгорание от окурка произошло. Как вы считаете, из-за чего загорелся дом? Ну, это риторический вопрос. Пишите в комментариях о ваших жизненных случаях, о беспечном человеке. Буду вам очень благодарен. Беспечный и безразличный человек маленько близки по значению. В толковом словаре говорится, беспечный человек – беззаботный, легкомысленный человек, ведет беспечное дело. А безразличный человек – равнодушный, безучастный к кому-нибудь, к чему-либо. Амар Хайям высказал такую мысль в юмористической форме, как безразличие влияет на влюбленных. Безразлично влюбленным во что одеваться, что на землю стелить, что под голову класть. Что говорится в поговорках о беспечности? Волк-людоед появляется, когда люди беспечны. Беспечная голова хуже врага. Чем человек беспечнее, тем веселее. Хоть кол на голове тише. Что в лоб, что по лбу. Ну да, видно, что у безразличия есть связь с упрямым человеком. И в поговорках критично высказываются о качестве беспечности. На сегодня это все. Всем мудрости, любви, добра. Не становитесь беспечными. И пока.